вот «Строй-2» очень приличная команда. Все ребята, которые играли в футбол, в футзал, я имею в виду, на серьезном уровне. Игра была сложная, полуфинал все-таки. Команда, да, игра была до одной ошибки. Мы ее сделали, пропустили. Ну, то, что мы забили там впятером за минуту 30 до конца, я считаю, что просто повезло. Ну, серия пенальти – это лотерея. Тут любая команда может обыграть кого угодно. Ну, нам повезло больше, наверное. Ну, скорее всего, что плюс мастерство вратаря. Как вы считаете, «Жилстрою» не повезло в этом матче? Я думаю, да. «Жилстрой» – очень серьезный вратарь. И я скажу, что процентов, наверное, 70 успеха команды – это его отличная игра в ворота. Команда дважды подряд одержала победу над фаворитом этого сезона. Можно ли говорить, что, мне кажется, на пике формы? Ну, у нас тоже достаточно хорошая команда. В принципе, скажем так, Чепель, Богдан Сергеевич, главный тренер, собрал такой у нас сплав, наверное, молодости и опыта. Хорошие ребята, молодые. И все-таки у нас играют в команде тоже бывшие сборники страны. Это все-таки какой-то уровень. Какие ожидания от финала с «Строем Бистом»? Вы знаете, есть хорошая такая поговорка: порядок бьет класс. «Стройинвест» – очень приличная команда. Последние годы мы все, наблюдая, ну, скажем так, за ее прогрессом и становлением, увидели, что команда, ну, без каких-то ярких там личностей футболистов все-таки добивается результата. Это, наверное, работа тренера плюс организация игры команды. Очень приличная команда, играющая в обороне, надежно, что самое главное в футболе. И помните ли вы матч против них по ходу сезона? Да, по ходу сезона помню очень хорошо две игры. Первую мы выиграли игру, вторую проиграли. Точно так же вроде и выигрывали по ходу встречи. Но на контратаках ребята, скажем так, сидели в обороне, ждали своего шанса. Только он представился, они его использовали и довели дело до победы.